Добрый день, портал «Инсургент». С нами персонажи мультика «Унесенные призраками». Добрый день. Вы все вместе пришли на фестиваль или? Мы случайно встретились, и вот так вот получилось. Можно было в групповом косплее выступить, но мы что-то потом сообразили, да. А у вас это первое участие в косплее? Нет, точно не первое. Второе. А у вас? Первое. Как впечатление? Хорошее. Вы сами образ придумали именно персонажа или мама, папа? Как вы именно его, почему именно его выбрали? Потому что он нам нравится. Вы будете еще участвовать в каких-то следующих косплеях? Да. Скажите, а у вас вы долго такую вот прическу делали? Год. Весь образ собирался целый год. Это очень сложная работа. А по времени сколько? По времени, получается, целый год. Пока там лепишь из монтажной пены вот этот парик, так что это очень действительно долгий процесс. Очень быстро, я думаю, за месяц, даже меньше. Я шила, наверное, дня два. А вы сколько раз участвовали уже в косплее? Я не считала. Много, да? Да, много, да. Разные персонажи у вас были? Да, разные персонажи, и женские, и мужские, там, я не знаю, все что угодно, даже птички, животные. В общем, все, что вспомнилось. И сколько у вас было примерно персонажей? Я не знаю, я не считала. Так обычно тоже по-быстрому все делаете? Каждый костюм же разный. Бывают сложные костюмы тоже с каким-то крафтом, с каким-то тяжелым париком. Бывает что-то легкое. Просто такой прогулочный косплей. Вот. Вы участвовали в дефиле, в конкурсах? На этом фестивале нет. Мы вдвоем участвовали. Вот. Как впечатление? Хорошее. Страшно было на сцену выходить? Нет. Понравилось? Да. Еще будете участвовать? Наверное. Какие-то призовые места были у вас? Нет. Мне, в отличие от моей прекрасной спутницы, было очень страшно на сцену выходить. Мне казалось, что я развалюсь прямо там, по частям. Но в итоге все прошло нормально. На самом деле, на приз я особо не рассчитываю. Главное — это участие, главное — вот те эмоции, которые ты получаешь, когда выходишь на сцену, когда тебя хлопают, узнают, просят сфотографироваться на улице. То есть все, что должно происходить, оно происходит не на сцене, а здесь, когда люди общаются, знакомятся, фотографируются и так далее. Я хотела еще уточнить, вот вы, получается, участвовали до этого в других косплеях, так как Эпикон, он первый год проводится, как вам впечатление от организации фестиваля? Организация потрясающая, вот я могу сказать, я была на Комик-Коне, была на Хиноде, где-то в качестве посетителя, вот, здесь очень хорошие волонтеры, очень добродушные организаторы, все вежливые, готовы помочь. Самая высокая оценка, то есть я считаю себя немножко уже опытным косплеером, мне очень все нравится, как участнику, как посетителю, вообще все на высшем уровне. Хорошо. Отлично. Будете еще участвовать в других фестивалях? Конечно, будем. Все, спасибо вам, удачи вам, много фестивалей, много образов. Спасибо большое. Все, до свидания.